Прием-прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, отличные новости! В игре Halls of Tournament появилось обновление, которое добавило целую, мать его, новую локацию. В ближайшем будущем будет новый персонаж и еще много всяких новых приколдесов. Но перед этим нам с вами необходимо попробовать... Как тут инвентарь-то открыть? Папаня. Я забыл, на какую кнопку инвентарь. Так вот, нужно пройти все это. Attack Speed. Ну, вроде какое-то такое, нормально. Здесь какие-то штуки можно с собой взять. Хил макс хп. Также есть какой-то новый персонаж. Давайте посмотрим, что он делает. Я уже, честно сказать, не помню. Какие-то можно батины травы делать. Комплит. Ну, посмотрим, разберемся. Итого, для того, чтобы получить, нужно в Forgotten Viaducte победить Frozen Knight для того, чтобы открыть новую локацию. Давайте попробуем это сделать. Попробуем это сделать на... Я возьму эту. В принципе, не против. Автоим? Работает? Автоим работает. Так, ну и давайте, наверное, за... Музыка есть? Не пойму. Вроде бы есть. Попробуем за книжками сходить, а после этого будем уже думать. Здесь добавили элитников на стадиях намного больше. Я немножко на старом компьютере поиграл, мне понравилось. Данный персонаж сильно критует, поэтому будем криты делать. Да, и нам для максимизации урона нужно на месте стоять. Но сначала нужно немножечко залутаться, сами понимаете. Не очень молния попадает, когда надо. Когда не надо, легко. Когда надо, нифига. Вроде еще сказали, что локации бесконечно долго генерируются в любую из сторон. Вот что это такое? Ботина трава. Первый раз такое беру. Выглядит интересно. Ой-ой, что это за тварюки появились? Походу разработчики что-то добавляют. Опять же, как... По-моему, в рефанде была данная игра, и там сказали, что на первых 15 минутах динамика очень сильно проседает, с чем я полностью согласен. Слушайте, что-то добавили разработчики, это повеселее стало. Я даже, честно говоря, не уверен, что мы сможем пройти данную локацию с первого раза. First try, так сказать. Давай пирсить. По идее, пирсы у молнии — это количество, скажем так, затронутых целей. Так что пирс взять этой магички не ошибка. Да-да, музыка на месте, этот ублюдский эмбиент. Очень такой отреченный, удрученный. Range, base, crit chance. Сколько у нас... Base, Light Junkins. Сейчас что-то не раскрывается. Вот так вот. 25% маловато, хоть хочется больше. Минимум 50. В идеале 60, минимальный минимум 40 где-то. Я так долго бегу, да. Свитка? Прям, я бы сказал, непростительно долго. В теории это нас должно сильно улучшить. А что это за ару возле него? А стороне РСОП. Честно, дали говно, ужасное говно для этого персонажа. Ну, придется брать хоть что-то. Вот первый элитник. Хотя первый элитник и был раньше. Это базовый элитник, так сказать. Ауру вообще не буду улучшать, потому что, как по мне, аура — это максимально каловая улучшалка. Крит дамаг. Давай крит дамаг. Я вообще на самом деле думал воином поиграть. Но магичка, мне кажется, поинтереснее может быть. Теперь, как вы можете догадаться, необходимо сделать абсолютно тот же самый путь, только в обратную сторону. После этого мы получим балдеж. Если мои предположения верны. Они, скорее всего, верны. Может, новые предметы дадут заодно. Было бы как минимум неплохо, а как максимум просто офигенно. Какой-то сундук новый, раньше так не выглядело. Что на этом? When you receive all bot, you love the cup. Без понятия, что это. Надо, наверное, взять. Нифига себе. И тут же еще один элитник. Маманя, что-то много. Я не был готов к таким отношениям. А че Radiant Aura так медленно бьет? Господи, это жуть. Я, наверное, побегу на максимальной скорости. Насколько знаю, насквозь могу проходить. Чтобы следующий свиток взять. Я, знаете ли, люблю свитки. Особенно, если это древние свитки. У нас на улице все еще 40 градусов жары. Очень тяжело. Кондиционер вообще не выключается. Но когда-нибудь жара закончится. Хотелось бы побыстрее. Мы даже еще до магнита не дошли, представляете? Бутылка, не знаю, надо вытаскивать или нет. Наверное, по-хорошему надо. Потому что первый раз такое. Давай я так спит возьмем.
Скорость атаки — это не ошибка. Будет неловко, если несколько элитников на меня нападет. Может быть, стоит попробовать как-нибудь зафокусить его? Ой, Эрио, Radiant Aura вообще не хочу качать, потому что считаю, что это далеко говнище. Максимально бесполезное. Ну, пока урона колоссально не хватает. Давайте будем честны. Я не знаю, каким чудом не задамажили нас, но вы сами все видели. Так, на 26-й минуте что-то будет новая волна. По всей видимости. А, так они еще и ко мне потом подходят. Мужики, мы так не договаривались. Криты нужны базовые, но что-то базового шанса не дают. Так, метеор трансфикшн возьму. Метеор не очень приятен, а трансфикшн просто пушка. Что это за гигахилка? Две гигахилки, ни хрена себе, бывает же такое. Давай криты. Вообще я не верю в ауру уж, извините. Ну и за следующей магией, потом попробуем вернуться сюда же. Вот уже урон пошел, просто нормальные обилочки взяли. На самом деле возьму пикап. Пирс, давай ренджу возьмем. Пирс, конечно, хорошо, но куда мне слишком много пирсить? Давайте будем честны. Давайте огненную обилку возьмем. В идеале, наверное, потом целый поток огня сделать, если получится. Давай скорость атаки, это вроде бы базовый модификатор, глобальный в смысле. И он на все наши обилки будет применяться. Интересно, могу ли я как-то бутылку выпить? Или ее в любом случае надо вытаскивать? Так, дамаг, либо... Давай возьмем электричество. И, честно говоря, ну по идее молния должна электризовывать. А это весьма эффективно. Если нам еще и молния прокнет, будет здорово, что это такое. Не знаю, что это такое я беру. Выглядит забавно. Давай базовый дамаг возьмем. Думаю, не ошибка. Даже если и ошибка, мы этого с вами не узнаем. Урона маловато. Плюс мне с этих трансфикшенов всякие бафы, дебафы будут идти. В целом должно быть эффективно. Очень, по-моему, далеко расставили бонусы от начала уровня, от середины по краям. Просто шок, как далеко разнесли. Не могу сказать, что я этому доволен рад. Берн шанса много не бывает. О, знаменитый конный рыцарь, не люблю его. Долго возиться приходится. О, я возьму Lightning Strike, это не ошибка. Я надеюсь на это. Говорит, шанс от Tech Speed нехорошо брать. Давай Aerio возьмем. Если скорость атаки резать нехорошо. Можно, в принципе, на месте чуть-чуть постоять. Дамажить коня сутулого. Так, говорит, давай скорость атаки для трансфикшена. Хороший бонус. Поэтому я уверен, что это не ошибка. Вот, я базовые криты возьму, все, еще. Немножко урона получил, ну бывает. С кем, как говорится, не бывает. Здесь вроде безопасно выглядит. Не очень эффективно. Воспользовался ручным управлением, ну бывает. Все мы иногда ошибаемся. Давай большие эффекты на хите. Уже целую минуту с ним деремся, с этим конем позорным. Победили кое-как. Пирс, хелс, давай фаер. И это у нас все, что было, похрен, в общем-то. А лучше ли это моего? А, у меня, по-моему, я какой-то бонус на невероятное восполнение здоровья делаю. Там сколько-то много тысяч надо сделать. Блин, опять от Tech Speed, да что ж такое?
Не везет мне с бонусами. Причем, я бы сказал, колоссально не везет. Магнитика бы взять, но что-то не падают магниты сегодня у нас. Не магнитный день, так сказать. Плохо ли, хорошо ли, не могу знать. Молния вообще неэффективно бьет. О, additional fire сюда. Лишним не будет, это уж точно. Ну, сейчас наш план к колодцу подойти. И стараться выживать. Ну и магнитики в идеале посмотреть. Денег что-то так мало падает. Жадничает игра. Возьму еще проджектайл один. В будущем, думаю, может помочь. Честно говоря, не знаю, как этот Frozen Knight должен выглядеть. Честно, не знаю. Damage, crit, damage, stun range. Давай возьмем. Ой, нет, это вообще топово. Ты что, электрисити? Обычная атака, теперь вообще будет пушка. Так, Гаргулья, надеюсь, мы ее шотнем. Да, урон нормально имеется. Отлично. Я возьму Backward Direction. Можно было бы, конечно, Кугильгетс взять. Но не уверен, насколько это эффективно. Лучше уже что-то прокачанное забустить, мне кажется. Плюс он куча дебафов всяких накладывает. В теории уже можно стоять. Вот, собственно, да, буквально. Сколько мы 9 минут побегали. И на карте уже делать абсолютно как бы нехрен. Либо больше точек интереса нужно добавлять. Потому что неинтересно, ну, адекватно неинтересно. Ты уже стоишь, и персонаж все абсолютно делает за тебя. Не то, чтобы я был против этого, но просто сам факт того, что как-то не супер здорово здесь контент растянут. Я очень большие надежды возлагаю на Death Must Die. Просто пушечная игра. Но пока она что-то не обновляется. К сожалению. Хотя очень хотелось бы. Там в Steam снова какой-то фестиваль идет. До непонятных игр, проектов. Не, ну вроде дамажим, вроде даже никто не подходит еще. Че это за баф? А, тут еще скорость атаки за каждого убитого противника увеличивается. Я как же я мог забыть? Как с английского переводится retrieved? Немножко я запамятовал. Молнии просто нельзя скорость атаки резать никаким... ни при каких условиях, к сожалению. Additional flame? Давай additional flame, не ошибка. Надо, наверное, еще в Atomic Heart поиграть. Так, сейчас. Там же вроде бы... дополнение вышло. Опять же, посмотрите, вообще никаких элитников нету. Одна горгулья прилетала. Все, ее летело. Может, они, конечно, рандомно спавнятся. В чем я, если честно, ужасно сомневаюсь. Но пока что мы с вами имеем то, что имеем. А вот элитник. 19. Но это какой-то средний элитник. То есть он не на каком-то определенном времени, а, скажем так, в полутайм пришел. Attack speed, fragile chance... Давай Fragile Chance, потому что хрень пока дают вообще невероятную. Так, Метеор, давай. Ну вот, не, все-таки, мне кажется, Столб Огня поинтереснее. А что, Метеор будем бустить? Будет дамага, маманя. Кап рейндж. Честно говоря, все, хрень не знаю, что брать. Ничего меня не удовлетворяет. Я еще и горение могу теперь накладывать, представляете? Мог бы, я не взял. Так, это так спит пирсинг. Давай еще больше пирса, что будет вообще жесть. Страшно представить. Идея молния должна чейнить как не в себя. Но что-то она этого не делает. Аура, аура. Давай это электричество. Электричества много не бывает. Тут безумные горгули на нас пытались напасть. Но, к счастью, не напали. Так, критикал. Давай возьмем. Базовая атака, мне кажется, мы тоже довольно много урона наносим. Кто бы что ни говорил.
Так, base damage. Давай возьмем. Хороший план. Скоро будут очень сложные противники. Призраки, по-моему. Вот с ними могут быть сложности. Если честно. Не, Stream of Fire прям очень хорошо дамажит. Удовлетворительно, я бы сказал. Забавно, иногда 50 урона от горения, иногда 55, иногда 75, иногда 83, иногда сотня. От чего это зависит? А еще и 25 бывает. Знать бы было бы здорово. Но я, к сожалению, не знаю. Сколько у нас базовый крит шанс? Крит 60, все, больше не надо. Даже много крит шанса взял. Так, attack speed, давай attack speed возьмем, не ошибка. Скорость атаки у нас 1.2. 1.3. Капаура. Давай икон сайз. 1.3, то есть почти в 3 раза быстрее, чем базовая скорость атаки. Ну что ж, неплохо. Так, элитник будет? Ожидаю элитного элитника, чтобы натянуть его. Но похоже нет, призраки напали. Блин, призраки это отстой. Я буду их душить вот так, подходить. И стараться наносить урон. В противном случае мы рискуем проиграть. Проиграть, сами понимаете, не хотелось бы. В столь ответственный момент. Вроде нормальная волна. Они потихоньку нападают. Мы их потихоньку истребляем. Давайте этих задамажим. Даже не знаю. Ну возьму еще больше критов. Да, мне столько, не знаю. 70, маманя, это слишком много. То, по идее, каждая атака крит. Теперь можно силу крита увеличивать пытаться. Что, не понял, сквозь них прошел, а урона не дали. Стан рейндж возьмем. Может, молния хоть чуть прокачается, будет поэффективнее. А не вот это вот все. Ну, вроде волну с призраками пережили. Уже большущий хлеб, знаете ли. Так, вот, attack speed для молнии, наконец-то. Там еще какой-то есть дабл дамаг. И это вообще жесть становится, молния. А, давай общий дамаг увеличим. Не знаю, что качать, качаю урон. Пешки тут и так никогда не хватает. Не знаю, успевают ли дебафы накладываться, если честно, с такой-то скоростью атаки. С таким-то уроном. 1.4 уже скорость атаки. Нужно еще немножко прокачать. Будет еще лучше. Так, так, так. Возьму. Возьму еще больше attack speed для молнии. В идее, на боссе же она будет точечно бить, насколько я помню. А так еще чуть-чуть молния никого даже не подпустит к нам, банально. Осталось только, как говорится, дождаться данного замечательного, знаменательного момента. О, какой-то братишка. Вот это, по-моему, Найт. Возможно, после него нам откроют. Мы, конечно, попробуем, наверное, всю локацию закрыть. Хотя не знаю. Ну, Frozen Knight, давай посмотрим. Вроде мы его убили, ребята. Что это? Spawn shadows near you that damage enemies and increase your block strength. Прикольно выглядит. У меня что дает? Мне дает. Так, давай наденем. Я не знаю, что это. Ух ты, нихрена себе. И как часто? Это облаки спавнятся. Слушайте, ну предметы как минимум новые дали. Обычно, когда ты что-то новое открываешь, тебе пишется то, что типа, йоу, братан, ты красавчик, ты открыл. Но тут пока не написалось. Base attack speed. Ух, 1.8, нихрена себе. Серьезно? Почему это? А, от количества убитых же она еще бустится. Очень недурно. Честно говоря, не знаю, насколько эти облака эффективны. Но я, наверное, вынесу эту штуку вместо бутылки. Хотя не знаю. Хотя не знаю, честно сказать. Все, можно уже чай идти пить. Я думаю, урон у нас овер дофига. Посмотри, просто не дебафуются, даже подойти не могут. Удачно собранный билд в дефенсе не нуждается. Почему-то облака exactly за персонажем спавнятся. Я еще ни разу, по-моему, облаком нормально не попал.
могу, конечно, ошибаться, но что-то мне подсказывает, что именно так это все и работает. Мне прям, наверное, эффективно в облаке стоять. Вроде бы меня это никоим образом не дамажит. Блин, знаете, что надо сделать? Надо взять и... Ради запустить трансляцию, потом на ВК стартануть. На вид трансляцию. Сейчас один момент. Я совсем не подумал, то, что мне действительно стоит трансляшку включить. Почему-то пишется, что я не в сети все еще, но я в сети уже. Ладно, очень странно. Продолжим. В принципе, я же могу и альтабнуться. Да, вроде трансляция запустилась. Игра там, конечно, не та стоит. Но бывает и так, знаете ли. Area, crit chance. Давай криты. Криты не ошибка. Еще никогда криты нам не мешали. Буду с вами честен. Так, сейчас будет, наверное, какое-то событие, к которому мы не очень-то и готовы. Билетник разве не сейчас придет? Только скорость 1,7. 1,8, короче, если у меня 50% бонус от шапки, по-моему. Не понимаю, честно говоря, насколько это облако дамажит. Нужны цифры. Ну, я так понимаю, максимум 3 облака может быть. Что на самом деле не очень-то и много. Ну, на экране, конечно, происходит красивая вакханалия. Надо бы лут собрать. Но они что-то так сильно бегут, душат. Не факт, что мы лут сможем забрать. Или смажем рядышком блок. Давай область взрыва улучшать. Так, давай больше area. У нас много ауе скиллов. Ну, скучноватая игра, скучноватая. Кто бы чего не говорил. Хотелось бы, не знаю, мансить, уворачиваться, что-нибудь исполнять. А не вот это вот, знаете ли, все. Я бы, конечно, мог сказать, что раньше было лучше. Но также я могу заметить, что я мог бы быть и неправ. Элитников очень мало. Если они сделают много элитников, будет много предметов, персонаж будет слишком сильный. Не знаю. По-моему, это не так работает. Призраки начинают душить. Это не очень приятно. Что они могут реально задушить. Так, movement area. Давай так спи для... Метеоры это прям вообще must have. Не знаю, бутылку или клаку, бутылку или клаку. Клака прикольная. Какой-то дядька полуэлитный пришел. Сейчас мы его быстренько натянем. Парочки хитов. Айсмитер. Давай, не хочу стримов фаер. Мне кажется, это менее эффективный бонус, чем вот такие расходящиеся языки пламени. Возьму скорость атаки. Чем больше скорость атаки, тем больше DPS. Это я с детства помню. Я очень боюсь то, что мы сот уровень такими темпами вряд ли сможем взять. План, конечно, хороший, но не факт, что он сработает. Забавно, конечно, персонаж ОКД все регенерирует. Ну, а я и не против. Давайте я буду честен.
Range area. Давай еще улучшимся. Персинг. Давай еще больше перса. Не знаю зачем. Не знаю уже куда больше, но... Раз дают, надо брать. Магнитов не падает, это странно. Магнитов. Вот оно, дополнительные удары. Для молнии. Вот таких пару-тройку бонусов взять, и вообще имба будет. Честно, мне кажется, надо было на 15 минуте заканчивать. Но уже раз начали, наверное, попробуем допройти, если получится. Там уже виднее будет. Вроде что-то дамажится. Скорость атаки нельзя срезать. Это очень важная характеристика для молнии, к сожалению. А, давай Эрио возьмем. Хотя надо было крит и тупанул. Это же глобальный модификатор, оно бы на все работало сразу. Ну и по факту у нас неэффективная Radiant Aura осталась. Не знаю, что взять. Давай Health Regen возьмем. Горгульи со всех сторон подлетают. Что творят? Уже метеор, нифига себе, он дамажит. Очень нехило, как оказалось. Свифт. Больше крит дамага. Просто так, и давай дамаг для молнии возьмем. Нормальные криты по 4300-3800 видел, пару раз вылетали. Не дурно. Блин, время тянется просто невероятно долго. Даже не знаю, с чем это связано. Первые минут 10 легко, потом вторые 20 нормально. И сейчас прям тянется. Может, то, что слишком много левелапов идет. А тут гидра знаменитая. А базовый дамаг на молнию бахнем. Уже гидра, по-моему, очень жирная в плане хпшки стала. Раньше, помнится, мне она быстрее отлетала. Там даже выживать что-то пыталась. Так, бутылка. Go strong wine. Ну хорошо, что-то столько всего надо вытащить. Давай это выкинем. А, да. Я не то выкинул. Я дурачок. Ну ничего, бывает. Не судите строго, дамы и господа. Да не судимы будете. Блин, вот эти вот. Призраки. Волна с призраками на 7-й аж минуте. Я думаю, справимся. Очень хочется в это верить. Буду туда-сюда мансить, чтобы они постоянно останавливались и не могли подойти меня за попу сделать кусь. У них просто невероятнейший damage reduction. Я думаю, мы с вами справимся. И не с таким, как говорится, справлялись. Блин, магнит бы вообще не помешал. Но магнита чего-то нет. Так, ребята, он может быть помедленнее. То вы что-то прям со всех сторон. Я тупо так быстро не успеваю. Сколько? 1.6. Скорость атаки даже меньше стала, чем была до этого. 1.8 вроде бы я максимальную помню. Не, супер выгодно просто на месте стоять. Нельзя так спид менять. Забавно, они даже подойти не всегда успевают. Такой расклад мне нравится. Одобряю.
Гаранием по одному урону получают. Забавно, конечно. Ты почти подошли. Надо бы охладить их трахание, знаете ли. То они что-то слишком много себе позволяют. Но это сложные, сложные противники, тут и говорить нечего. Прям реально очень сложные. Вроде бы справились. Гони душные. И большущие в плане хпшки. Так, давай огонь, больше огня. Не знаешь, что качать, качаю огонь. Так, здесь горгулья прилетела. Сейчас мы быстро шотнем. Так. Lightning chance to get electricity. Explosion. Давай, у нас вроде критов до хрена. По идее, теперь молнии должны бабахи делать. Не уверен, но вроде бы да. Вроде бы работает. Какой-то бонус был. А, ну молния еще и критовать при этом должна. То есть два условия должны соблюдаться. Можно было бы ауру прокачивать, но аура у нас вообще не прокачанная. Лучше уж метеор. Метеор хотя бы 5 или 6 апгрейдов получать успевал. Он куда более эффективен. Ой-ой, лучники что-то напали. Подождите, пацаны. Какой-то элитник еще. А, это элитный лучник. За которого нам дадут... Давай еще электрификацию. Вообще легендарные бонусы. Ну, наверное, сейчас до 2 минут жду и потом выкидываю клоаку. Все-таки хочется ее вынести, либо бутылку вынести, не знаю пока. В замешательстве, надо, как говорится, подумать. Ну-ка, 1.8, ну да, скорости так и не поднималась, жаль. Я думал, может быть, с уровнем она как-то улучшаться будет, но, видимо, нет. тысяч противников одолели. Давай блок Стрэндж, потому что точно фигня. Волны огня просто удаляют противников. Алло, говорят, не подходи лучше. Я, говорит, ненормальный. А, ну возьмем ауру дамаг, радиус уменьшим. Это для ауры хороший бонус. Либо сейчас уже выносить, не знаю. Надо самого какого-то элитника здесь одолеть. Я не помню, кто тут элитник. Тут вроде бы какая-то невероятная волна с двух сторон пойдет. Или какая-то призрак будет летать, не помню, честно. Вообще что-то запамятовал. Так, ну горгули мы уже, мне кажется, 8 миллиардов завалили, а бонус нам все равно за горгули не дали. Это немножко странно. Еще больше критов хочу. Криты, знаете ли, не ошибка. Ошибка не брать криты. Фига, шустрые горгули, могли же ведь и задамажить. Я говорю, не надо, ребята, не дамажьте. Эксплозив, давай эксплозив. Взрывается на полкарты. Слишком близко подошел, это было опасно. Поближе подойду, наверное, к этому. Что-то как-то сикотно мне. Explosive area еще больше сделаем. Ну, чтобы, если что, просто подойти и все, и сдать, что нужно. И что не нужно. Что вдруг что-нибудь более полезное выпадет. Всякое же бывает. Не, смотрите, 100 уровень, возможно, и получится даже взять. Так, 2 минута до конца.
Где супер мега убер пупер элитник? Крытые подавай, давай крытые. Что-то я не вижу супер элитника, ребята. Я, наверное, выложу, пока не поздно. Выложил, надену, что есть, хоть что-то. Что там? Кто меня бьет? Что они подожгутся? Ну, это не самое хорошее, конечно. Ну, что есть, что есть. Другого нам не давали сегодня. Забавно, ни одного магнита не выпало. Такого я давненько не припомню. Не помню, за одну минуту до финала миссии или за 30 секунд начнутся стенки сужаться. А, давай, вот, вот. Теперь молния вообще будет бабахать со всей силы. Жаль, раньше этих бонусов не давали. Кто-то розовыми проджектайлами кидает, я даже не вижу, кто это делает. Нет, видимо, с 30 секунд будет появляться. Вот, это вообще охренительные бонусы для молнии пошли. Где они были раньше, спрашивается. Когда они так нам требовались? Морковка вкусная выпала. Походу, какие-то дистанционники бабахают со всей силы. Ведь попадают, глянь. Я даже из-за этих эффектов ничего не вижу, что на экране происходит. Так, подожди, 30-я секунда и не происходит. Неужели это суперфинальный стал? Так, давай дамаг. Нет, то же самое выходит. Выходит, мне просто не открыли, наверное, карту. Хотя она у меня 100% обновленная. Игра, в смысле. Не знаю, можно ли их задамажить? Но урона у меня очень много. Прям, ну, очень. Так, ну мы прошли, мы красавчики. А, ну вот какой-то парень. Я же помню, какой-то призрак был. Я же помню. Да, она достаточно душная. Весьма и весьма. Урон имеет. Потерял босса, если честно. Ничего не вижу. А Маня, что делать? Понабрал себе эффектов. Теперь не вижу, что делать. Я даже не знаю, есть ли воскрешение на персонаже. По-моему, есть. Не уверен до конца. Буду надеяться, что есть. Так мне будет спокойнее. Сколько же в ней хп? Может, я просто на месте смогу стоять? Как жесткий дамагер. Она вроде... Я не знаю, есть ли у нее контактный дамаг. Не хочется проверять, если честно. Не сейчас. Далили. Так, дадут ли нам новую карту? Слушайте, я что-то ни хрена не понял, ребята. Неужели меня налюбили? 4 ДПС, ДПС... Не, вообще говнястый дамаг. Мне должны были дать новую карту. Нет, меня... Слушайте. Меня очень сильно налюбили. Просто, чтобы не быть голословным, вот написано. Can be unlocked by beating the Frost Knight at the Frozen Viaduct. Вот. Can jump right into action Frozen Depth System Caves Trick. Ну вот, не знаю, как бы. Меня налюбили, ребята. Значит, буду ждать нового апдейта. Обидно, печально. В любом случае, премного благодарю всех за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкаст и лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно. Так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.